Красочную иллюминацию и новогодние баннеры, яркие витрины и оригинальные украшения. Во всех торговых точках уже чувствуется праздничное настроение. Инициатива должна быть поощряема. Каждый год администрация Кузнецка объявляет конкурс на лучшее оформление учреждений, предприятий и организаций города к новогодним праздникам. Целью проведения данного конкурса, наверное, одна – создать праздничное настроение для жителей нашего города. Победители будут определяться по 4 номинациям. Лучшие промышленные предприятия, торговый центр, предприятия среди субъектов малой торговли и бытового обслуживания. Особое внимание при новогоднем оформлении будет обращаться, конечно же, на иллюминацию, на освещение и на внешнее и внутреннее оформление. То есть это использование гирлянд, елочных украшений различных. Отдельная номинация установлена для учреждений социальной сферы. Творческие находки в оформлении фасадов здания определят победителя среди школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, здравоохранения. Итоги конкурса будут подведены 26 декабря.